диапазон. К диапазон. Так, а вот теперь мы смотрим автоураган. В виде исключения все-таки два радара ставим. Будет стоять эскорт с левой стороны. И здесь мы интегу ставим. Там вроде как информация, что тренога стоит. Сколько показывает частот? Одну? Сначала нет, но потом одну. Ага. Камера фиксации скорости. А сейчас сколько частот? Одна частота. Камера фиксации скорости. Так, это у нас автоураган мы проехали. И где-то здесь должна быть две частоты. Ага, две частоты. Так смотри, он сигнал держит, эскорт. Ага. А тренога, а вон она, тренога стоит. Красиво, красиво поставили. Два сигнала, да, эскорт показал? Вот эскорт два сигнала нам показал. А вот с простым радаром сложно будет это понять. На этом все.